Всем привет! Приветствую вас на страничке Aromas and Flavors. Периодически мы с вами тестируем различные рецепты из интернета. И вот буквально сейчас мне попался очень интересный в Instagram рецептик. Очень простой. Лепешка тортиллисы из трех ингредиентов: морковки, яйца и сыра. И я решила, почему бы не попробовать? Интересно, выглядит вкусно. Сейчас узнаем, можно ли это готовить и есть. Нам понадобится 4 средние морковки, 1 яйцо и 70 граммов сыра. Морковку и сыр нам нужно натереть на крупной терке. Готово, на терочке. Вбиваем наше яйцо сюда. Посолим. Вот перчим добавим специи. Я хочу только посолить и добавить орегано. Моей маленькой-маленькой баночки. Прям хочу очень орегано. И побольше. Превращаем это все в однородную массу. Так, ну масса у нас не очень похожа на тесто, честно говоря, рассыпается. Но теоретически сыр это все должно склеить. Поэтому делаем на пергаменте, как показано, два плоских блинчика. Вот такие два плоских блинчика. Я их максимально плотно положила нашу смесь друг к другу, чтобы не было просветов. И приплюснула. Вот так отправляем в духовку на 15 минут 180 градусов. Так, ну что, прошло наши 15 минут. Проверяем, получились у нас коржики или нет. Так. Ну, не разваливается. Не разваливается с первого раза, по крайней мере. Это радует, я, честно говоря, этого опасалась. Теперь нам нужно эту штуку дать остыть, потому что кушать горячим неправильно. Так, вот получилось. Они остыли. Видим, действительно, достаточно гибкие. Не разваливаются. Добавляем начинку. Как показано в рецепте, зеленюку. Авокадо. Куда же без него? Помидорки. И перчик. Можно острый, если любите. Вот такая красота у нас получилась. Быстрый завтрак. Готовится, кстати, быстро. Остывает дольше, наверное, чем готовится. Приятного аппетита. Итак, друзья, на вкус, по моим вкусовым рецепторам, 10 из 10. Хорошо слышно орегано, который я добавила, и сыр. Вкусненько. Рекомендую. Можно готовить быстро, вкусно и легко.